И если ДК подойдет к тимфайту в рошпите без формы, я Invictus Gaming не завидую. Лина подбирает иллюзии. Можно попытаться развести соперника прямо сейчас, отконтролить одну из них и сделать вид, что это настоящая Лина. Да, вот тут подходит. Да, вот Лина делает, как будто она настоящая. Байтит реверс полярити. Посмотрите, как круто байтит здесь. Но подходит еще. И да, он дает реверс полярити в иллюзию. О боже мой! Неужели это приведет к поражению Ехомов сейчас? Блестящая игра от XXS. Что творится здесь? Уже в таверне Тимбер начинает получать очень много дэмэджа. Джиггернаут не торопится. Сумми слэшем дает его только сейчас, но агрессив слишком жесткий. Эпицентр от Сент Кинга. Очень много дэмэджа наносит Лину. Возвращается в тимфайт, начинает кастовать, и Ситивай отправляется в таверну. Лайтстрайка Рэй ворует Рубик, но этим Лайтстрайка Рэйм тут уже не отделаешься. Без байбеков три игрока команды Ехом. Я такое, ребят, я впервые вижу, вот серьезно. Вот такая фишка будет в моем следующем выпуске, будет в моем ролике. Но это просто next level. Вот просто next level.